Так, добрий день, мене звуть Тимофій. Хто ще не знає, сьогодні розпочинаємо наш лекторій. Лекція буде на російській мові. І так, починаємо наш лекторій з першої лекції про «Сєвєрне сіяння», 15 минут про «Сєвєрне сіяння». Для начала розкажу, що, як буде построєна лекція. З самого початку я об'ясню, що таке «Сєвєрне сіяння» в цілому, як воно виглядить, які бувають види. Далі я об'ясню фізику, тобто те, що знаходиться за цим процесом, як це відбувається. І в кінці ще буде невелика вставка. Я об'ясню, як це можна буде змоделювати, як це можна перенести в лабораторію, для того, щоб не їздити кожен раз на север, для того, щоб побачити це таке превосходне природне явлення. Почнемо з невеликого історичного екскурсу. Перші звіти про «Сєвєрне сіяння» з'являються ще в Древній Греції, таких учених і філософів, як Аристотель. Вследствие того, что тогда не было таковых, естественно, научных дисциплин, то первые сведения имели весьма, скажем, специфический характер. То есть люди старались объяснить природные явления с помощью каких-то сверхъестественных сил. То бишь это были знамения каких-то бед, войн, возможно, засухи, голода. Такого дальше разного. И также были люди, которые жили в более северных широтах, у них была возможность наблюдать северное сияние чаще, и они старались подобрать к этому уже более какое-то рациональное объяснение. И первые идеи были основаны на том, что это солнечный свет, либо отражается от морских вод, либо сохраняется каким-то образом во льду, и потом уже ночью он каким-то образом освобождается и таким образом мы видим это, собственно, свечение. Но давайте перейдем к более научному пониманию и рассмотрим сначала вопрос, что такое северное сияние в целом. Вот что у нас происходит здесь? У нас есть атмосфера, и там довольно низкое давление, и там каким-то образом начинает что-то светиться. То есть с точки зрения физики мы получаем газовый разряд. Что такое газовый разряд? Какие есть газовые разряды? Ну, для начала у нас есть искровой разряд. Это вот, например, зажигалки, пьезоэлектрики или всем известные молнии. Это примеры искрового разряда. Также есть разряды дуговые. Они используются в плавильных печах, более технические, и либо при сварочных работах, сварочных аппаратах. Вот, в нашем случае это ни то, ни другое. Это у нас идет тлеющий разряд, у нас низкое давление. Где мы можем наблюдать тлеющие разряды? Очень популярный пример, очень всем нам с вами известный, это у нас неоновые лампы, лампы дневного свечения. Лампы, кстати, неоновыми называть не совсем корректно, потому что светится, собственно, газ, и в зависимости от того, какой газ, мы можем получить разные цвета. Но в целом это все объединяет то, что это тлеющий разряд. Что у нас происходит в атмосфере? В атмосфере, разумеется, таких газов практически нету, и светится у нас в первую очередь кислород и азот. Небольшая часть углекислого газа, но она не столь значительная. Поскольку у нас северное сияние имеет разные формы, это очень динамично. Вот не так, как здесь, это статический рисунок, фотография. Это явление очень динамично, и как бы понять, как оно происходит, очень тяжело, потому что оно постоянно меняется. И само по себе явление предстает в разных формах. То есть это не только вот занавес, как здесь происходит. Вот здесь есть разного рода занавесы, разного рода спирали, полосы. Это также могут быть пятна. Само сияние простилается вдоль к горизонту на тысячи километров и в высоту на сотни. То есть здесь весьма комплексное такое явление, с разных сторон, с разных элементов состоящее, причем разные цвета, как можно наблюдать. Также азот светится еще в инфракрасном спектре, ну, мы это не наблюдаем, но фиксировать это в принципе можно. Вот, давайте разберемся с тем, как это происходит, что конкретно светится и каким образом. Вот, все мы знаем, что Солнце играет очень важную роль для нашей с вами жизни. Без Солнца не было бы жизни на нашей планете. Солнце дает нам тепло и свет.
И вместе с этим от Солнца исходит ежесекундно огромное количество излучения. Солнце выбрасывает огромное количество высокоэнергетических частиц, это вот протоны и электроны. В основном они называются солнечным ветром. Если бы у нашей Земли не было такого специфического экрана, который помогает нам выжить, то, собственно, жизни не было бы. Экран называется магнитосфера, состоит, как вы уже поняли, наверное, из магнитного поля Земли. Под действием этого самого солнечного ветра само магнитное поле немножко искажается. То есть со стороны подхода здесь оно сжимается, а с другой стороны, когда частицы уже взаимодействуют, и он выходит такой немножко сдутый, скажем так. Ну, то есть солнечный ветер его сдувает в эту сторону. Дальше, если мы будем рассматривать взаимодействие частиц и магнитного поля, то у нас нужно рассмотреть, собственно, как это происходит. А есть несколько видов движения частицы в магнитном поле. Первый вариант не сильно интересный. У нас частицы двигаются параллельно к линиям магнитного поля. Они не взаимодействуют с этими самыми линиями, ну и просто не особо интересного. Между тем, это явление можно приблизительно соотнести к тому, что происходит на полюсах, потому что там линии практически параллельны, и это создает такое себе благоприятное положение для того, чтобы частицы попадали внутрь магнитного поля. Второй вариант очень интересный, очень интересен чем? Вот, например, почему невозможно или практически невозможно увидеть северное сияние вот здесь, в наших широтах? Потому что как раз когда у нас частица попадает, двигается перпендикулярно к линиям магнитного поля, то на нее начинает действовать сила Лоренца. Частица таким образом закручивается вокруг линии магнитного поля, и она, в принципе, не достигает атмосферы. То есть для того, чтобы прорваться частицы к атмосфере, ей нужно пробить это магнитное поле, а с теми энергиями, которые у них есть, это практически невозможно. Третий вариант наиболее интересный. Он у нас состоит из первых двух вариантов, как бы наложенных друг на друга. Частица начинает двигаться по спирали, когда она попадает к линии под каким-то произвольным углом. Таким образом, скорость передвижения зависит от ее продольной скорости, а радиус вращения — как раз поперечной скорости. Таким образом, она начинает накручиваться на линию магнитного поля, двигаясь в какую-то определенную сторону. Куда она двигается и как? Смотрим. Частица у нас попадает в магнитное поле, и таким образом получается, что она как бы попадает в ловушку. Потому что она начинает двигаться к полюсу по этой спирали. В полюсе что происходит? Магнитное поле у нас у Земли неоднородное, и в целом на полюсе, если представлять магнитное поле как стрелки, выходящие из северного полюса, проходящие в южный полюс, то стрелок там будет банально больше. То есть плотность и напряженность магнитного поля там будет больше. Что это значит? Это значит, что на частицу будет действовать больше сила. Она будет все время возрастать. Таким образом, частица будет останавливаться. Она остановится, потом отразится и будет двигаться в противоположную сторону, к противоположному полюсу. И так будет продолжаться до тех пор, пока она не отдаст всю ту энергию излишнюю, которая вот она есть, которую она несет в себе со стороны Солнца. Дальше. Как происходит, что происходит внутри? Вот. Это понятно, как она двигается, но каким образом начинает светиться атмосфера? Частицы как раз-таки попадают в атмосферу именно на полюсах. Давайте посмотрим, что происходит внутри, что происходит в газе. А в газе происходит вот что. Есть такой процесс физики, как ионизация. Атомы изначально нейтральные, как правило. Ну, в данном случае у нас атомы и молекулы идут у нас в атмосфере, большинство молекулярные газы. При достаточном количестве энергии, если придать достаточное количество энергии атому, то от него можно оторвать электрон, таким образом разделив его на положительный ион и на отрицательный электрон. Таким образом газ становится ионизированным, он превращается в такую себе ионизированную плазму. Ну а что происходит дальше? Электроны сами по себе не очень как бы хотят оставаться в высокоэнергетическом состоянии. Они стремятся отдать всю лишнюю энергию, которая им была передана каким-то образом, стремятся упасть на наинизшую орбиталь.
Таким образом, происходит обратный процесс к ионизации, называется он рекомбинация, и в обратном процессе у нас, по сути, собирается атом собирается назад. Ну, рекомбинация. Куда девается вся энергия, которая была затрачена на то, чтобы оторвать его? А как раз, когда электрон падает с высшей орбитали на низшую, у нас выделяются фотоны, то бишь свет. Как раз получаем наше северное сияние, которое светится. Вот, это, в принципе, мы разобрали физику, которая лежит в целом, разобрали физику, которая лежит за под этим явлением. Давайте посмотрим, как это все можно перенести в целом в лабораторию. Для начала, вот если подумать, как мы что-то можем перенести в лабораторию. Ну, если учесть, что у нас есть теоретическая, математическая какая-то модель, нам ничего рассчитывать так особо не нужно пока что. Но в целом, что нужно? Нужны начальные условия. Нужно узнать, что там происходит конкретно. То есть вот у нас там на большой высоте, разумеется, нет у нас нашего с вами атмосферного давления, температуры и так далее. Вот посмотрим на те начальные условия, которые у нас есть. У нас на атмосфере, на больших высотах атмосфера довольно сильно разряживается. У нас появляется как раз-таки высокий вот вакуум, который нужен, необходим для тлеющего разряда. Разумеется, нужно будет узнать мощность магнитного поля для того, чтобы как-то смоделировать это потом в виде Земли. Интерес представляют энергия частиц, которая приходит вместе с солнечным ветром, и мы можем здесь наблюдать, что как раз энергия достаточно для того, чтобы оторвать эти электроны, называется потенциал ионизации, то есть нужная энергия для того, чтобы ионизировать газы. Дальше давайте посмотрим на схемку того, что происходит. Нам нужно создать вакуум. Как создать вакуум? Мы берем стеклянную колбу, берем металлическую подставку, изолируем это все с помощью резинового какой-то прокладки, выкачиваем оттуда воздух с помощью какого-нибудь компрессора, помещаем внутрь два электрода. Первый электрод у нас будет моделировать Землю. Мы туда ложим магнит какой-нибудь сильный, какой-нибудь неодиевый магнит, например. С другой стороны у нас будет либо какой-то просто электрод, либо модель Солнца. В данном случае идет электрод. При достаточном напряжении, при достаточно высоком вакууме мы получим наше с вами сияние, наше с вами свечение. Сама моделька уже далеко не первая это. И в целом сама идея моделирования северного сияния, а также всякого разного исследования такого уже далеко не первая. И первые идеи были начаты около сотни лет тому назад. Сначала все ограничивалось графиками, то есть люди смотрели, происходит там ионизация, не происходит ионизация, рекомбинация. А потом были первые попытки, некоторые из них успешные, некоторые нет, создания искусственного северного сияния, но в масштабах нашей планеты. То есть находили две точки приблизительно, которые находились на линии магнитного, на одной линии магнитного поля. Из одной в другую запускали специфический зонд, он давал нужную энергию, и все светилось красиво, как и ожидалось. Этот пример, конкретно эта схемка, сделана по примеру планеты Реллы. Я дальше покажу. Это одна из самых популярных сейчас моделей, которая позволяет скопировать северное сияние не только с Земли, но и с некоторых других планет. Ведь, по сути, для того, чтобы северное сияние было, для того, чтобы оно, собственно, что-то сияло, нужен газ, нужна атмосфера. А и некоторые, не только наша планета, некоторые другие обладают достаточной атмосферой для того, чтобы ее можно было зажечь. Вот, это, собственно, сам механизм, сама машина. Сделал ее Гюлейм Гронолф и Сэм Уокер. Это одна из их первых вариаций. Сама идея у них планеты Реллы не ограничена каким-то там патентом. Они это используют в плане популяризации науки и с радостью ездят по университетам, школам и так далее. С ними можно, в принципе, связаться, если там погуглить, найти их адреса, и они могут без проблем выдать саму схемку, начальные условия, либо что-то еще, если вы хотите собрать это дома, если есть возможности, знания определенные. Вот, давайте сейчас глянем еще на небольшую анимацию того, как работает этот агрегат. Немножко другой, но в целом тот же принцип. А у нас со стороны Солнца идет как раз к Земле нужный нам поток электронов. Слева шарик у нас моделирует Землю.
И как мы можем наблюдать, разумеется, на экваторе никакого особого свечения нету. Он остается только на небольших овалах, ну здесь чуть больше, как раз на полюсах, то есть там, где у нас могут частицы попадать внутрь. Здесь я как бы охватил только вершину айсберга из того, что там может быть. А в целом развивать свою любознательность, потому что это то, что двигает человечество в будущее. Спасибо за внимание.